Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные Android-игрушки. И сегодня мы посмотрим игру The Walk Zombie 2. Собственно, это у нас 3D-шутер с прикольной очень графикой. Именно поэтому я и скачал эту игрушку, потому что графоний мне понравился. Это краеугольная графика, очень прикольная. Что происходит? Я как понимаю... Ага, ясно, это беременная женщина, как я понял, типа... А это наша группа, как я понимаю... А, она заражена, нифига себе, беременная заражена, это ее жесть вообще. А что с ней будем делать? Подождите-ка, может мы сначала... А, это мое имя, серьезно? Ну ладно, давайте напишем свой никнейм, почему бы и нет. Я бы мог, конечно, написать какой-нибудь Борис, но это было бы странно немножко. Нажимаем, собственно, никнейм. Да она сдохла, наверное, уже. И сейчас превратится. А она сбежала. Замечательно, блин. Да, конечно, сбежала. Отлично сбежала. Ну, ясно, короче, всех захарчили. Кроме вот этого парня. Офигенно, конечно. Почему я выгляжу уже как взрослый парень с волосами, хотя я только что родился? Интересно. Ну, ты один остался, чел. И тут зомби подходит. Что делать будем? Ага, вот и все. Собственно, давайте возьмем вот телефончик поудобнее. Радиус перемещения, управление для левшей и прицел для правой руки. А, окей, окей, не вопрос. У нас автоатака есть, поэтому ничего страшного, я думаю. Нам надо спасти себя. Да, господи, какой же я косой. А откуда они взялись? Они не будут харчить мальчика, я надеюсь. Так. Ой-ой-ой-ой, перезарядочка, перезарядочка. Господи, управление, управление! Отлично, спасите ребенка. Мы должны подбежать к ребенку. И что мы сделать должны? Ага, взять ребенка, окей. А, причем мы даже можем... Дайте я перезаряжусь. Можем даже... Так, нам нужно его доставить теперь в вагончик наш. Ну, не вагончик, как эта фигня называется. Минивэн. Я не знаю, как эта фигня называется. Окей, поставим ребенка сюда. Поставим. Возьмите за гранаты. Ох ты ж, блин, твою ж за ногу. Это мне нравится. Убить орду зомби из 15 человек. Нифига себе орда. Что-то не очень на орду похоже. Скорее на небольшую группу. Ага, вот они идут. Давайте затестим гранатометик. Он меня атакует, интересно, или нет? И вообще зомби будут... Да, они идут со всех сторон. Я думал, орда, она должна идти одним таким скопом. Давайте немножко перезарядимся. Не знаю, сколько у меня патронов. Главное, чтобы сзади еще не подошли. Поэтому надо время от времени, так сказать... Ага, вот, смотрите, видите, подходят. Пофиг, ребенок там лежит в машине. Пофигу, просто стреляем. Наслаждаемся, так сказать, этой дичью. Рождение героя, миссия завершена. Я понимаю, это было что-то вроде обучения. Карма отражения всех ваших добрых и злых решений в игре. Она влияет... Ух ты, тут есть история, получается. Еще есть карма. Прикольная тема. 20 лет спустя. Окей. Этот молодой герой вырос среди бродяг, нашедших пристанище в окрестных лесах. Как я понимаю, я уже вырос, и все нормально со мной. Фрэнк. А нет, это Фрэнк, защита леса и передавать друзей увлечения, блин. Крутой парень. Они рыщут среди развалин старых городов в поисках снаряжения, еды и медикаментов. Будем держать с Фрэнком востро, если целый день заботиться о дочке Аманде. Окей, Лейли, будем помогать, заботиться о ее дочери. Окей, дальше что? Кто у нас еще есть? Я не хочу пропускать диалог, потому что тут важные вещи говорят члены сообщества. Житель леса избегает праздного времяпрепровождения. Это правильно, кстати. Нянчится жителям леса, увлечения на это нет времени. Ну такое тоже себе, знаете ли. Не знаю, это какой-то средний чувак. Они слишком хорошо знают, что любая остановка означает смерть или что хуже не смерть. Да, а что? Альфа-самец, охмуряет зомби на рассвете. Увлечение спросите у цыпочек, он ответ вам не понравится. Не знаю, зачем нам курицу представили, но, возможно, это тоже типа тиммейт. Может, у него квесты будет спасение мира, подчиняться приказам игроков от бога. Избранный. Как я понимаю, это я, что ли? Да не может быть, вы что, прикалываетесь, что ли? А, это типа избранный. Ну, ясно, понятно. Это я? Серьезно? Да вы издеваетесь? Почему я так выгляжу отстойно? Ладно, окей, я какой-то алкаш бухой. Это вот спасли, короче, родился, блин, называется. Спаситель мира, блин, называется. О, цыпочка. Цыпленок, так, погнали. Что у нас, в принципе, есть? Что у меня есть бухать тут где-нибудь? О, бутылка, но, блин, нельзя взять, к сожалению. Может, вон ту можно взять? Блин, нет. Видимо, все кончилось. Очень плохо, все очень-очень плохо. Закрываем дверь. Здравствуйте, здравствуйте, господин. Можно с вами поговорить? А, это госпожа, окей. Ну, видимо, мы не можем здесь ни с кем особо разговаривать, да, как я понимаю. Да, мы не можем ни с кем разговаривать, нам надо двигаться просто к старшому. Он нам даст указания, как я понял. Здорово, старшой, чё как оно?
С 20-летием тебя. Ну как ощущения? Пока осматриваюсь, я жажду действий. Ну, осматриваюсь, чё. Теперь ты будешь ходить, походы. Мы рады любой помощи. Да нет проблем. Найди Фрэнка, у него есть для тебя оружие. Окей, босс, окей, окей. Раз уж ты тут главный, я буду тебе подчиняться. Нет. Фрэнк, ты Фрэнк? Здорово, ты Фрэнк? Ты похож на... Нет, не похож. А, стрелочка же есть, блин, господи, чё я туплю-то так. Вон у нас Фрэнк, это... Это предатель, да, который, да, это тот, который предатель. Здорово. Желаю удачи. Вот возьми из этих стволов и боеприпасы. Либо я беру калаш, либо я беру винтовку М1. Конечно же М1, господи, нафиг стингер нужен. Загляни на стрельбище, там ты можешь потренировать стрельбе. Ага, спасибо. М1 гаранта, давайте мы его экипируем. А, ну, мы должны сначала перейти на стрельбище, окей. Как я понимаю, здесь, видите, топливо есть, и это типа энергия, как я понимаю, да? Она восстанавливается, либо ее его надо будет находить где-нибудь. Есть отмычки, да, как в начале игры нам говорили. Чем хуже отмычка, тем она, так, фиговее. Так, а могу я как-то поменять? Как менять оружие, просто не в курсе. Так, игра приостановлена, вы не можете отказаться. Да, я понял же уже, наконец-то. Вот эту стрелочку можно нажать? Нет, у меня нету. Видимо, я должен подойти все-таки к стрельбищу, чтобы мне наконец-то выдали винтовку. Потому что сейчас я ее достать почему-то не могу. Бейсбольная бита, сковорода или лоб... Конечно, детский... Подожди, детский? Не, детский... Хотя, блин, да, я не буду изменять своей любви к лопатам. Поэтому давайте мы возьмем лопатку. Снаряжение. Так, экипируем, собственно, эту штуку. Экипируем, собственно, эту штуку. Отлично, в принципе, меня все устраивает. Там, кстати, какая-то акция есть, но она меня пока не интересует. Уничтожь мишени для стрельбы и сбейте все мишени. Давайте сначала протестим лопату. Мне просто очень интересно, как она бьет. Ага, просто вперед. Ну, как-то странно. А, хотя нет, размашистые удары тоже есть. Давайте сменим оружие и постреляем, собственно, из винтовки. Так, давайте я перезаряжусь. А, это, как я понимаю, это для лопаты, а дальние мишени это для винтаря уже получается. На, получай тебе в рожу. Ну, блин, по лицу урон не проходит через ближнебойное оружие, это странно. Что такое случилось? А, ну да-да-да, я тебя понял. Легкотня. Это было нетрудно. Давайте перезарядимся. Готово, что я могу сказать. Так, перейдем на карту и возвращаемся, собственно, назад. Идем. 2,4 литра еще топлива израсходовали. Итого у нас минус 5 литров почти. 3х зона урона, обычный зон. Да, я знаю, это как бы во всех шутерах так, чуваки. Так, здорово. Я потренировался, Фрэнк. Что дальше делать? Миссия выполнена, проще пареной репы. Как раз научился стрелять и могу подкинуть тебе работенку. Интересно? Конечно, давай сюда. Вчера ночью на стрельбище прошло стадо зомби. Я хочу, чтобы ты починил там забор. Да не вопрос, братан. Изи сделаю. Починить забор. О, Аманда. Здравствуйте, Аманда. Как ваши дела? Давайте поговорим. Здравствуйте, Аманда. Что у вас за идея? Привет, как ты? Ладно, у меня есть секрет, только не говорите ничего маме. Ой, ну ладно, тогда удачи. Я потом подойду попозже тогда, окей? 25 уровень все-таки нужен. Борис, здравствуйте. Вы что-то мне хотели рассказать, Борис? Привет, рад тебя видеть. Ох, чего ты весь в говне? Давайте спросим его. Да я просто сидел в тубзике и заводил часы, они как назло упали мне туда. Давай. Это все у меня осталось от родителей, не мог мне помочь найти их. Окей, босс, окей. Господи Иисусе. Ну, давайте поможем чуваку. Все-таки от родителей досталось. Твою мать. Ну ладно, ладно, полезли. Господи, какой ужас. Какой ужас, твою мать. Фу, какая охренеть. Че это за дичь? Ладно, хотя бы они не похожи. Ну почему? Что я делаю? Что я делаю со своей жизнью? Я хотел убивать зомби вообще. О, часы нашел твои дурацкие. На, держи все. Фу, берите ты говни. О, господи Иисусе, дай на, забирай свои долбанные часы. Готово. Отлично, спасибо. Не разбокуйся, за что я получу взамен. Скиллс разговор 2 и 20. А что я получу взамен? У меня есть кое-что из еды, но это мои последние припасы. Я не стану забирать последнюю еду. Откажи мне еще одну услугу. Я оставил в нашем прошлом убежище от жены и теперь не могу туда вернуться. Давай, выполню. Ты не мог бы сходить туда и принести еду? Да, конечно, не вопрос, братан. Фото жены Бориса, окей. Еще с кем-то можем поговорить? Нет, вроде все квесты мы какие были взяли, больше не горит ничего, поэтому погнали. Выбираем, собственно, центр, куда пойдем на стрельбище. Что на стрельбище нужно сделать? Починить забор вокруг стрельбища, либо идти на фото жены Бориса в старый дом. Я вот думаю, куда лучше пойти. Давайте сначала за фото жены Бориса все-таки пойдем.
Потом уже починим забор на обратном пути. Сделаем два квеста, так сказать, за одну ходку, если, конечно, все пойдет по плану. Все идет по плану. Минус. Идем дальше. Нужно 5 зомби завалить. А почему мне первого не засчитали? Это нечестно. Экс. Это, как я понимаю... Нет, это не последние зомби. То есть мне надо просто по итогу 20 зомби... Ой, 5 зомби убить. Но видите, там еще ходят как бы. Давайте быстренько тогда ворвемся в дом. Быстро заберем штуки. Так, обыскиваем. Там вон зомби ходят, надо... Могу снять одного из них издалека. Все, убить орду зомби из 4 человек. Погнали. Твою мать! А, не задень! Отлично! Пронесло. Но их тут 5. Почему говорят убить 4? Как я понимаю, это просто основной квест. А, нет, это, видимо, тот зомби не относился к этой отре. О, книга для начинающих пойдет. Найдите фотографию Тани. Окей, быстро, погнали. Нам не надо здесь задерживаться. Патроны все-таки ограничены. А бесконечно отстреливать зомби, это, конечно, весело. Но лучше все-таки иметь, так сказать, дополнительный боезапас. И побыстрее выполнить миссию. Нам убивать зомби сейчас не очень круто. Так, здесь все сделали. Найдите фотографию Тани. Видимо, не нашли. А, нет, вот она. Давайте возьмем ее с собой. Так, взять. Окей, берем. Готово. Убить орду зомби из 3 человек. Они, наверное, уже к дому подошли. Погнали. Твою мать, господи, я чуть не обосрался. Ты что, издеваешься надо мной, игра? Твою ж мать. Это серьезно было страшно, на самом деле. Я что-то меня передернуло аж. Ох, окей. Ну, там зомби еще ходит. Давайте от него избавимся. Вот так вот. А, ну и все, собственно, да. Вернуться в город можно. В принципе, локация почти полностью зачищена, как я понимаю. Я, по крайней мере, никого не вижу. Хотя давайте так прошвырнемся. Мне просто интересно, спавнятся они, не спавнятся. Если есть кто-то еще один, может его добить и из него выбить какой-нибудь лутик. Лутик! Давай, иди сюда. На нафиг тебе в голову. Так, один кусок кожи. Вот, смотрите, видите, не зря вернулись, добыли какой-то лут. А это что за место вообще? Ну, здесь вроде никого и не вижу, даже вот на этом месте. Хотя давайте заценим, может, что-нибудь найдем. Да нет, вроде пусто все. Ладно, погнали тогда отсюда, что мы здесь прохлаждаемся, вернуться в город. Нет, я не хочу еще возвращаться в город. Можно в стрельбище? Да, можно. Погнали. По пути просто надо еще забор починить, это важно на самом деле. Карма — это отражение всех ваших добрых и злых... Да, это я уже читал. Охотники за головами, миссии под землей, плохой парень. Можно играть за плохого парня, круто. Ну, а мы будем играть за хорошего. Я не знаю, зачем портить совсем отношения с теми людьми, которые нас, по сути, спасли. Так, погнали. Минус ты. Так, а где забор тут вообще? Где его чинить надо? Ага, вижу. Давайте мы перезарядимся. Чё-то зомби вроде бы никаких особо и нету там рядом. То есть мы вроде убили 3 зомби и все как бы на этом. Так, первый забор починен, сейчас они наверняка пойдут, да, орда зомби появилась, вот первый, кстати. Я думаю, еще сбоку меня прессовать сейчас будут, да, так оно и есть. О, аптечка халявная, пойдет. Минус один. Ах, твою мать, сука, как ты, откуда они взялись? Я там же никого не было. Быстрые засранцы. Вот что-то выпало, зверин какой-то. Хорошо, что он автоматически все складывает, и мне не надо постоянно подбирать всякие вещи. Что у нас тут? Ага, забор подальше надо починить. Ну ладно, давайте подойдем подальше. Надеюсь, никто нас не встретит сейчас. Ну да, я так и думал, что ты встанешь, чел, на самом деле. Поэтому я уже сфокусировался на нем. Так, дальше что у нас? Опять орду зомби надо завалить. Где еще парни? Ага, вижу еще одного парня. Нравится мне винтовка, все-таки автомат, это да, автомат веселый, он скорострельный, он больше урона наносит, но мне все-таки больше нравятся винтовки. Просто мне нравятся винтовки, и все, как бы. Чиним последнюю часть забора, и можно будет возвращаться на базу, сразу 2 квеста сдавать. Убить орду зомби, 3 человека, давайте сделаем это. Минус первый, вот еще парочка идет. Так, я, по-моему, еще кого-то слышу. Может, мне показалось? Не думаю, что мне показалось. Я могу еще открыть, посмотреть, что тут есть вообще. Я 100% уверен, что тут что-то должно быть. Так, я... Нет, ничего нету, ну ладно, окей, жалко. Видимо, мы еще будем возвращаться в эти локации и, собственно, будем уже что-то здесь находить. А пока ничего, в принципе, толком-то и нету. Нас, кстати, немножко поранили. Интересно, тут автоотхил работает или мне придется именно аптечки тратить, чтобы вылечиться. Погнали в центр. Заходим.
Тут вот, кстати, горит что-то. Набор вещей какой-то, и топливо можно еще купить. Бесплатное топливо, можно 26 литров забрать. Давайте мы так и сделаем. Блин, надо было подождать, пока у меня закончится все топливо, чтобы максимум заправить. А так я просто заправил, у меня только через час будет еще. Погнали, собственно, базу. А что у меня за загрузка пошла, я не понял. Ага, я уже вернулся, даже не нажал вернуться. Так, Фрэнк, с тобой мы потом поговорим. Я хочу сначала с Борисом договориться насчет его дел. Так, Борис, здорово. Я фото жены твоей принес. Здорово. Вот, проще пареной репы. Супер, спасибо, возьми эту кожу. Ух ты ж, охренительно. Но это не куртка, правда, это кепочка. У меня была рекламка. Так, что за предложение у тебя есть? Некоторое время назад я закопал в одном месте кое-какие боеприпасы. Тебе нужно туда добраться и откопать их. Понятно, Борис, сделаем. Что еще у кого есть? Так, Фрэнку надо сдать квест, но, по-моему, тут кто-то еще был. О, кстати, госпиталь. И я еще хотел бы это... Очки умений, бензин, новый уровень, отлично. Жалко только, что бензин не в никуда ушел. Не надо было все-таки забирать бесплатный бензин. Так, разговор плюс 20. Я могу прокачать, видимо, какое-то умение. И мне нужно какое-то там, какие-то штуки, чтобы квест какой-то выполнить у Аманды. Давайте я смогу посмотреть. 25 уровень разговора. Окей, давайте мы тогда повысим себе разговор. Я все-таки хочу выполнить задание у Аманды. Так, разговор. Покачаем сразу же на 5 очков. Отлично, красиво. И теперь мы можем, собственно, взять у нее квест. Так, 0 бесплатных, 0 бесплатных, в информации тоже ничего нету. Я экипировал себе этот, как он называется, это кепочку или нет. Основное оружие вспомогательное, так, консервы, давайте кепочку экипируем себе. Опача, красиво. Это что за хрень? Кусок кожи найден и можно продать только торговцам. Так, бинты лечения, лечение, бобы, это у нас получается лечение также, только постепенное. Могу умение плюс 2 использовать, нигу для начинающих. Давайте мы так и сделаем. А, вы не можете читать ники, сначала активируйте способность чтения. Также у нас есть какие-то штаны, давайте мы их экипируем, они нам в принципе... О, это ремень, подождите. А, это перки. Окей, давайте ноги, оденем себе штанишки. Теперь мы стали посильнее, это круто. Так, ботиночки еще есть у нас откуда-то, не понял откуда, но окей. Патронов 189, надо будет, кстати, закупиться патронами. Ладно, пока меня, в принципе, все устраивает, выходим отсюда. И теперь мы можем с Амандой поговорить и, собственно, взять у нее квест. Давай, давай, Аманда. Не волнуйся, ничего я не скажу. Я нашла пистолет, хотите его взять? Нет, спасибо, думаю, это идеальная игрушка для... Да, давай сюда пистолет, почему бы нет? Глок халявный, почему бы и нет? И заодно избавлю тебя от подозрений всяких. Так, вспомогательное оружие, тогда я поставлю теперь глок. Он, конечно, послабее, но я думаю, он мне больше будет пригодиться, чем лопата. Я ее почти не юзаю. 10 патронов еще. Да, дополнительные патроны нам дали. Блин, халява на самом деле. Опять что-то новенькое появилось у торговца. Давайте позырим. Может быть, даже продадим что-нибудь ему. Вот эта вот штука у меня огромное место занимает. Ух ты ж, блин, какой у него крутой весь шмот. Так, эти предметы можно продать только торговцам. Кусок кожи. Я могу крафтить здесь что-нибудь? Предложение обновить. Ну, давайте, не знаю, стоит ли выкидывать или нет. Но оно очень много места занимает, поэтому я продам эту штуку, чтобы она нам не мешалась. Так, эту штуку можно за 250 продать, но я не хочу. Что тебе за предложение, блин? Дробовик, охренительно на самом деле. Но, блин, у меня не хватает на него. Есть еще винтовка и улучшенная наша винтовка, только снайперская. Бронежилет вот неплохой есть. Но патроны мне пока не нужны, в принципе. У меня есть еще лопата, есть ботиночки. Но у меня очень мало денег, я ничего не могу приобрести, к сожалению. Погнали, что ли, с Фрэнком поболтаем. Че как Фрэнк вообще? Непонятно, правда, как тут рекламка выскакивает. Я, наверное, задолбаюсь все вырезать, она часто выскакивать стала. Готово, проще пареной репы. Превосходно, может, ты хочешь заглянуть торговцу? Он только что прибыл в город, сгоди, посмотри на товары. Вот, возьми немного денег. Спасибо, братан. Привет, нужна помощь. Разговор, у тебя есть дополнительные боеприпасы? Что ж, у меня тут есть кое-что. Ух ты, спасибо, спасибо, офигенно. То есть, серьезно, чисто за разговор? Конечно, расскажи мне. Давай, давай, я готов. Иди в мелколесье, зачисти от зомби. Конечно, не вопрос, братан. Я оставил там пару гранат, можешь их опробовать. Спасибо, братан, окей. Да вроде неплохой парень, хоть и предатель, я не знаю. Возможно, в будущем он аукнется нам с ним разговор. Погнали к торговцу, посмотрим, может быть, что-то сможем все-таки приобрести. Есть более мощная лопата. Или, да, она более мощная, чем наша. Но лопату покупать — это такое себе удовольствие. Можно отмычек купить несколько, кстати, вариант. Давайте я куплю все-таки пару отмычек. Раз, два, три. Ну, мне пока хватит. Так, это у нас бутылка воды, энергосы, все дела. Есть еще что-нибудь у тебя или это вообще все? Нет, видимо, это вообще все. Ладно, больше денег тратить пока не будем. Здравствуйте, можете меня чуть-чуть похилить, если вы... Остается... Ага, не могу, окей, понял тебя. Погнали отсюда.
У нас два квеста есть, поэтому погнали выполнять квесты. Что случилось? Да ничего, все в порядке. Так. Выбираем, собственно, карту. И поехали. Так, в мелколесье, либо в старый дом. А что у нас в старом доме? Старые боеприпасы, а в мелколесье у нас зачистка мелколесья. Ну, давайте сначала в старый дом пойдем все-таки. Опять возвращаемся к нашему братану, которому мы помогаем. Ах, кусок золота, кусок кожи, кусок железа. Можно продать только торговцу. Наверное, только можно продать торговцу, а не можно только продать. Угу. Найдите забытые боеприпасы. Да не вопрос, братан. Интересно, они в доме или нет? О, патроны. Так, а что-то очень много зомби на самом деле. Прям-таки дохренища просто. Твою мать, давайте прорывок сделаем, чтобы они не обошли нас сзади. Стараемся стрелять по головам. Готово. В принципе, ничего трудного. Вроде всех зачистили. Погнали искать боеприпасы. Скорее всего, после этого опять орда зомби появится. Ой, я могу копать здесь. Офигенная тема. Копать. Давайте нажмем копать. А нельзя копать без совка. Я понял тебя, игра. Давайте мы тогда возьмем, собственно, совочек наш в руки. Нет, подождите. А как мне взять совок? Я понял, что нельзя копать без совка, но мне не дают способа сменить. А вот, все, нашел. Давайте возьмем совок тогда на вспомогательное оружие. Все готово. И, собственно, я готов копать. Смотрите, кстати, то, что я взял совок, это круто. То есть я могу спокойно, получается, так. Где же тут они находятся-то вообще? То есть я еще их искать сейчас должен полтора часа. Ну, ясно, понятно. Ну, прикольно, кстати, что тут копать можно. Значит, воксельная физика, это очень круто. Да твою мать, где эти боеприпасы? Вы что, прикалываетесь? Как я должен их найти? Я должен здесь все, что ли, перекопать? Я еще и вылезти не могу из этой ямы. О, что-то вижу. Есть, кажется, нашел. Отлично. Давайте раскопаем тогда, откроем, что у нас здесь есть. Патроны. Вроде все, да? Да, гранаты есть. Замечательно. Патроны для ружья. Все, можно возвращаться, собственно... Давайте мы поменяем оружие, во-первых, да, потому что тут могут сейчас зомби вылезти. А нет, нету никого. Ну и хорошо, то я бы задолбался в этой яме, блин, сражаться с зомбаками еще. Это вроде тот же сундук, который мы уже нашли. Ладно, давайте возвращаться. Ну не возвращаться, я еще хочу в мелколесье зайти, чтобы сразу два квеста выполнить. Погнали. Заходим. Нам нужно здесь зачистить зону от зомбаков. Надеюсь, их не очень много, не так много, как было на этом квесте. Убейте зомби с помощью гранат. Окей, нас учат, видимо, все еще пользоваться всякими гранатами. Окей. И, собственно, гранаты экипируем на... А куда их экипировать, кстати? Надеть. А, они на ремень экипируются. Окей, я понял тебя, игра. Нам нужно убить зомби с помощью гранат сейчас. Ага, вижу, вон они сидят. Изи. Это было нетрудно. Можно еще покидать гранаты, у нас их, в принципе, дофигища, а можно тупо всех убить через, получается, ну, блин, я косой, прошу прощения. Хотя нет, смотрите, задел вроде всех. Я буду на большие скопления зомби тратить гранаты, а на маленькие не стоит, наверное. Так, готово. Но остальных, я думаю, можно забить и обычной винтовкой. Здорово, братаны. Готово. Блин, офигенная винтовка, мне очень нравится. Она ваншотает в голову. Автомат бы вряд ли ваншотал. Так, еще пара зомбиков осталось. Ага, вижу. Что-то я их не заметил сразу. Окей. Убить орду зомби из 9. Так, еще идут. Нифига себе, вас тут много. Тут вас даже больше, чем на предыдущей миссии. Блин, я косой. Прошу прощения. Надеюсь, их заденет. Да, их задело, в принципе. О, а если в зомби попадаешь, граната автоматически взрывается. Готово. Все, я зачистил Изи. Это было нетрудно на самом деле. Погнали в центр, собственно. Заходим. Много топлива потратили, но в принципе двойной клик на свободное место активирует прицел. Серьезно? О чем вы мне сразу об этом не сказали? Так, с Фрэнк мы с тобой потом поговорим. Сначала хочу с Борисом наладить отношения все-таки. Здорово, Борис. Че как оно?
Миссия выполнена. Это было нетрудно. Все, все готово. А что ты мне дал, кстати? Давайте посмотрим. Нет, спасибо, мне не нужно специальное. Очки умений, бензин. О, новый уровень, замечательно. Так, я могу умения повысить, но я пока не знаю, куда их вкладывать. То есть, либо в разговор, либо во что-то еще. Я бы хотел, на самом деле, в разговор все вложить. Некоторые дополнительные варианты в диалогах требуют. Давайте я все вложу, опять же, в разговор. Пофиг на остальные способности. Так, здесь что у нас есть? Ускоренное лечение, хороший ученик. Ваша способность к обучению выше средней дистанции за каждый новый уровень. Офигенно. 2 очка умения за каждый новый уровень. Число уровней, необходимых для... Блин, не дают прочитать до конца. Открывает способность суперочумелые ручки. Это офигенная тема. Помимо людей вы можете разговаривать еще и с животными. Блин, вот это надо брать обязательно на самом деле. Открывает способность книжный червь. Я прикололся, когда сказал, что типа буду это. Вы прочтете любую. Это тоже надо, блин, брать. Здесь все надо брать. Ваше здоровье ниже 20, добавляет 10 очков к случайно выбранному умению. А это у нас все закрыто. Давайте мы возьмем первым делом язык зверей, чтобы брать квесты у животных. Как бы тупо это ни звучало. И погнали, собственно. Смотри, так, старшой, Фрэнк, я могу с курицей теперь нашей разговаривать или нет еще? Привет, курица, я могу стоп... Нет, не могу, ну ладно. Погнали тогда, мы поговорим с Фрэнком, сдадим ему квест, во-первых. Здорово, Фрэнк, можно с тобой поболтать? Готово все. Привет, мне нужна помощь. Да, давай рассказывай, я все сделаю. У нас возникли проблемы в старой шахте, оттуда лезут целые полчища зомби. Давай, погнали. Нужно уничтожить все шахты, я объясню по пути. Окей, не вопрос, братан. Так, ты пойдешь со мной, как я понимаю? Сейчас я у старшого тогда еще квестик возьму. Здорово, старшой. Ты уже начал стрелять? У меня есть для тебя работенка. Для начала ты должен набраться опыта. Конечно, давай. Мне нужен доброволец на исследование старого дома с западу. Конечно, давай. Поговорим вечером. Окей, братан. Блин, тут вечером квест взялся. Ну ладно, не страшно, в принципе. Я думал сначала, что не будет такого, такой штуки. О, диалог. Ты меня искал? Здорово. Да-да, присаживайся. Я так понимаю, это тот чел, который нас спас. У нас довольно серьезная проблема. На прошлой неделе у нас закончились припасы. Я только что вам принес боеприпасы. Чего вы гоните? Что, у нас же все прекрасно. Только посмотри на этот гуляш. О, боже мой. Поверь, ты не хочешь знать, из чего мы приготовили, но думаю, завтра мы крепко выспимся. Из курицы, я вижу уже, что голова куриная там. Скоро зима, и нам нужно хорошо подготовиться. То есть я либо приношу припасы из вашего старого дома, либо в следующий раз стану основой для гуляша, да? Ну, вообще-то, когда я обсуждал это с Фрэнком, он просто предложил тебя съесть. Серьезно? Вот засранец, есть что-то еще, кто бы хотел отведать моего мяса? Фрэнк, я запомнил тебя. Сложно сказать, но я слышал, как Лейла говорила, что ты сладкий, как конфетка. Но я думаю, она имела немножко другое в виду. Все. Доброе утро. Че, где вы? Где я вообще? Я же выживший, долбанный зомби. Опять убивать, зачищать всю эту дичь. Ладно, погнали. Доброе утро, здравствуйте. Лейла, здравствуйте. Здравствуйте, Лейла. Вы что-то насчет сладкости говорили? Окей, здорово, торговец. Давай-ка мы с тобой поболтаем. У меня тут лишний мусор, по-моему, есть. Ух ты ж, блин, сколько у меня... это не у меня. Ну, ясно, тогда все плохо. Так, окей. Меня, в принципе, все устраивает. Я ничего продавать не хочу особо. Да и покупать ничего не хочу. Да и денег у меня нету. Никто мне денег не дал. Чисто опыта дают только... Так, Фрэнк, ты ж Фрэнк? Или кто Фрэнк из них? Или Фрэнк это тот... Да, это вот тот Фрэнк, который предатель. Я запомнил тебя, скотина. Так, старшой, что тут у нас за дела? Подожди, я еще не пошел на миссию. Фрэнк, давай поболтаем немного. Че, как оно вообще? Да я еще не сделал все, погнали. Зачем я так делаю? Тут же надо просто на рюкзак нажать, и я куда-то пошел. Нет, спасибо, мне это не интересует. Ноль бесплатных, окей. А здесь что есть у нас? Ух ты ж, блин, серьезно, на халяву? То есть бесплатно, офигенно, круто. Здесь у нас уже будет стоить какие-то золотые монеты, но этого у меня нету. Но у меня есть теперь автомат, это круто. Давайте, кстати, мы его затестим на какой-нибудь большой толпе зомбаков. А пока погнали, собственно, дальше. Так, карту выбираем. Надо взять, кстати, себе в качестве дополнительного оружия вот как раз таки автомат. Будем есть еще менять его. Так, погнали на миссию. Так, сюда. И нам надо либо... Так, здесь что надо сделать? Уничтожить мин, исследование старого дома. Но я, наверное, сначала пойду в исследование старого дома, а потом пойду на уничтожение мин и уже потом как бы вернусь на базу. Так просто быстрее всего будет. Полуобнаженная случай... Чё, простите?
Я хочу подраться. Я не знаю, что значит полуобнаженная, но это... Это странно. Раненая женщина. Я хочу помочь тебе, женщина. Привет, у меня есть что-то с ногой. Ты не мог бы взглянуть? Я не помогаю раненым. Да, давай. Ах ты тварь, ах ты мразь. Ах ты тварь, вот я знал, что такое будет. На, получай. Ну зато я получу от тебя 9-миллиметровые. Так, у тебя должна быть своя банда. Да, вот они пришли. Ой, твою мать. Ах, твою мать. Еще сзади пушит какой-то тварь. Сволочи, сволочи, предатели. Я хотел помочь им. Я хотел им помочь, и они вон как поступают, тупые бандиты. Так, последний остался, как я понял. Косой самый. Ни разу не попал в последние выстрелы. Так, давайте перезарядимся. Чё, есть у вас какое-нибудь барахло? Нету? Ну, блин, отстойно тогда получилось. Твою мать, просто меня просто так задамажили. Ладно, погнали. Засранцы, засранцы, что еще сказать? Задамажили меня. У меня хилок, в принципе, дофига, если что, отхилимся. Пока я не думаю, что есть смысл хилиться. Может быть, четвертый уровень поднимем, и нас медик бесплатно отхилит, либо же по сниженной цене. Так, минус ты. Блин, какой же я косой все-таки, без прицела. Твою мать, вижу. Здорово, чё, кто еще есть? Вон, вижу еще девушку. Не хочу, чтобы меня кто-то сзади потом обошел, поэтому сразу избавлюсь от них. Еще бы попадать. Так, здорово. Нифига себе, его шапка спасла от выстрела в голову. Они уже не дохнут от выстрела в голову. Мне нужно новое оружие. Готово. Из него, кстати, что-то выпало. Кусок железа пойдет. Здравствуйте, окей. Я думал, кто тут кричит? Еще один кусок железа пойдет. А нет, это уже серебро, офигенная тема. Да господи, сколько их тут? Обыщите курятник, обыщите склады газа. В никуда патроны, можно сказать, трачу. Ну, от чуваков надо избавляться. Опасные очень. Бабы, халява. Так, готово. Сейчас снова полезет новая орда, как я понимаю. Это пока медленные зомби. Я думаю, тут будут бегуны и всякое в таком духе. Сколько у меня патронов осталось? 200. В принципе, еще нормально. Еще патроны, нормальная тема. То есть я не трачу почти патроны, их постоянно нахожу. И давайте посмотрим, что значит эта клавиша. Припасы. А, это за видео. Но это меня пока не интересует, возможно, потом. А, так, что у нас есть на складу? Давайте заценим. Еще верхний этаж надо будет обыскать. Тоже надо быть ухо востро держать там. Так, еще склад надо какой-то обыскать. Видимо, у меня еще где-то склад есть. Твою мать! Чертовые овчарки. Вот и пошли уже другие противники, да? Так, знаете, здесь мне понадобится уже более такое оружие, более комнатное. Потому что с винтовкой на малых дистанциях не очень круто воевать. Так, обыскиваем, собственно, склад здесь. Это склад, да, типа, да, это типа этого амбара у нас. Так, и верхний этаж еще надо обыскать. Да твою мать, господи Иисусе, я чуть не обосрался опять. Это место какое-то меня пугающее очень сильно. Фух, блин, господи Иисусе. Не думал, что я буду пугаться в этой игре. Вроде шутер, но, блин, страшно бывает. Тут еще музыка такая, знаете, тихая. Что не знаешь, что там будут зомби рядом с тобой или нет. Даже когда они воют, когда они резко на тебя выскакивают, вот тогда страшновато бывает. Вроде все чисто, да, погнали в город. Очень много ресов мы нашли, кстати, с вами, надо будет все это продать.
Погнали еще зайдем в этот, как его, не помню, как называется, ну, короче, на вторую миссию. И там нам надо какие-то мины уничтожить, либо что-то типа того. Окей. Ага, идет, короче, диалог. Здесь все кишмяки, шит зомби. Да я справлюсь, даже не пытайся стрелять и бросать гранаты, действовать нужно тихо. Серьезно, тут есть стелс? Какой у нас план, братан? Да, он же сказал, он с нами пойдет. Возьми биту, окей. Принеси вон те ракеты и взорви вход в шахты. А мы, когда взорвем, мы разве не Окей. Да, он прикроет, предатель прикроет, конечно. Очень хорошо прикроет, братан. Так, нам надо взять оружие какое-то ближнебойное, да? Уничтожь мины один из двух. Так, биту взять надо, но у меня, в принципе, есть и это, как она называется. Это и лопатка у меня есть. Мне лопата даже больше нравится, поэтому давайте мы ее возьмем. Ага, сундук доступен только в городе. Блин, отстойно на самом деле, ну ладно. Тогда, видимо, придется и правда биту взять. Но у меня только два оружия, почему-то я не могу биту использовать. А как я... Я типа ее взял, но она у меня в сундуке показалась, да? Я не могу ее взять сейчас, или могу, подождите. Не сундук я имел в виду, а вот, вот это с собой надо брать. Так, надеть бита, 3-1. Не, у меня моя лопата лучше, чем бита твоя дурацкая. Давайте вспомогательное оружие возьмем. То есть нам нужно действовать тихо, как и сказал нам наш братан. Погнали отсюда. Так, лучше к ними подходить, да? Так, аккуратно идем, спокойненько, так сказать. Так, минус 2, идем дальше. В принципе, никто нас задамажить не успел, что-то там их дофигища. Я слышу, здесь кто-то есть поблизости. Скорее всего, внутри. Да, тут зомбаки есть. Но если начнем стрелять, то на нас выпадет целая орда. Как она жива вообще? Вот сволочь, сидит и ждет, видите, а? Даже меня задамажило. Так, все, зачистили, заходим. Братан, ты давай не придуривайся, я знаю, что ты живой. Готово. Берем ракеты. Не знаю, правда, зачем они нам. Я, как понял, для ракетной той штуки. Твою мать! Как же я заорал сейчас. Меня бесит вот такие моменты, серьезно. Ближним оружием очень сложно воевать, нужно постоянно отходить и целиться приходится в голову, чтобы наносить хоть какой-то урон, иначе оно такой мизерный урон наносит. Готово. Да подожди, какой машине надо сначала зачистить этих лохов отсюда? Все, мы свободны, нажимаем отмена. И лучше бы я с винтовкой пошел, меньше бы здоровья потерял. Кстати, давайте что-нибудь бухнем. Ну, в смысле, не бухнем, а выпьем, я имел в виду. Давайте что-нибудь возьмем. Так, у нас есть бобы. 0,7-0,5 секунды, длительность 15 секунд. То есть, получается, по 15 секунд 7 хп всего, серьезно? Ну, давайте заюзаем бобы, окей. Причем две баночки, наверное, сразу. Или, блин, у меня только на один раз она застекается. Ну, две банки, я думаю, она восстановит достаточно здоровья. Остальное, в принципе, не надо. Все, уничтожение мин выполнено. Че, возвращаемся? Погнали, Фрэнк, домой тогда. Че поделать? Да, погнали идти. Войти. При работе отмычкой время игры имеет значение, неверное движение, ваша отмычка может сломаться. Ну окей. Погнали, сначала сдадим задание. Кому сначала сдадим задание? Давайте Фрэнку сначала сдадим. Ну чё, Фрэнк? Изи.
О, патрончики дал. Молодец. Приехал Ас, он самый известный истребитель-зомби. Конечно, расскажи мне, чё как оно. Окей, окей, не вопрос. Фрэнк, у тебя еще одно задание есть? У тебя есть что-нибудь за работа? Отправляйся на стрельбище и собери пустые гильзы. Нифига себе, блин, нафига тебе пустые гильзы? Здорово, кстати. Вы говорили, у меня есть задание. У вас для меня есть задание. Защита местности, либо охота на зомби. Двойные. Двойные хочу. Хочу двойные. Спасибо, еще хочешь? Есть еще что-нибудь? Охота на зомби. Я обе беру. Спасибо, еще хочешь? Есть что-нибудь еще разве? Я знаю, чем можно заняться. Извини, у меня больше нет времени. Нету больше у него. Защита местности. Старшой, здравствуйте. Но сначала я, прежде чем поговорить с вами, я поговорю с Лейлой и со всеми остальными. Мне надо разобраться. Лейла, здравствуйте. Конечно, рассказывай. Я уже 4-го уровня могу, в принципе. Недавно заметила несколько зомби. Сходить сюда зачистить местность. Не вопрос, братан. Точнее, подруга. Так, и теперь я хочу старшому тоже сдать квест. Здорово, старшой. Миссия выполнена, все сделано. Спасибо большое, давай новую миссию. Доставка припасов в лес. Так, с курицей можно поговорить, давайте с курицей поговорим. Здравствуй, грустная курица. Привет, мне нужна помощь. Конечно, давай, я помогу тебе. Я не могу найти своего мужа, он просто исчез, пожалуйста, найдите его. Да, мы съели петушка, гуляш получился отменный. Конечно, я поищу, вам нужен тот же самый. Я видел его с рюкзачком на спине и другой курочкой, когда они крылышко с крылышку покидали лес. Ну, это прикольно. Давайте возьмем его. Что за сволочь? Вы найдете мне нового петушка? Принято. О, я могу... Из-за того, что у меня разговор 30 из 30, я смог, короче, выполнить суперквест. Отлично. Так, мне нужно найти нового петушка. Но это, видимо, не здесь, да? Ух ты ж, блин, сколько всего. Новый уровень, все дела. Давайте перейдем сюда. Я бы хотел в умениях что-то там прокачать. Можно прокачать еще разговор. Вождение, торговля, устойчивость к радиации. Давайте я все буду вкладывать пока в разговор. Я очень хочу выполнять очень много квестов и всем, короче, угождать. Погнали дальше. Ты кто такой? А, да, это я тебя помню. Так, собственно, петушка, это не подойдет? Нет, ты же не такая. Окей, идем дальше. Да, я хотел вот с этой девушкой поговорить в хоспитале. Вы меня можете вылечить? Блин, нет, она пока не лечит, у нее просто хп, задание было. Так, видимо, тут невозможно лечиться на базе. То есть, это как бы у нас есть медик, но он меня не лечит, по крайней мере, пока что. Грустная курица. Давайте торговцу сначала сбагрим все, а то я уже не унесу столько вещей с собой. Так, столат, рюкзак. Так, это мы можем продать. Давайте продадим все куски металла. Да. Все. И еще бы можно было, по сути, продать бейсбольную биту, да? И либо же ее положить в сундук, тоже вариант. Ну, она фиговее, я не знаю, зачем она может понадобиться, поэтому давайте ее продадим, она мне не нужна, в принципе. Пистолет пока оставлю, на всякий случай. Так, что у тебя есть? Во-первых, я бы хотел разобраться так. Вот эту штуку очень хотелось бы приобрести, но у меня пока нет денег, на это тоже не хватает. Можно отмычек кучу нафигарить с собой. Давайте я куплю все отмычки, потому что почему бы нет. Блин, я купил немножко патронов, ну да ладно, неважно. Так, броня 1500, ботинки 700, это 4 брони дают, также и штаники. Но меня это не интересует, я буду на оружие, наверное, копить. Потому что мое оружие уже как-то выходит из меты, скажем так, окей. Так, погнали, собственно, выполним какой-нибудь жесткий квест и будем потихонечку заканчивать. Так, выходим на карту. Супер-тачка, супер-пупер-тачка за косарь. Нет, спасибо. Давайте мы перейдем сюда. Во-первых, я хочу себе новое вспомогательное оружие поставить, потому что лопата, ну, не самый лучший выбор. Я могу перемещать как-то? Да, могу перемещать. Давайте я сделаю вот так вот. А тут есть кнопка упорядочить. А нет, не кнопка упорядочить. Вот так сделаю, чтобы было побольше места. Так, теперь перейдем сюда. Господи, сколько квестов я набрал. Защита местности, работа для доктора, охота на зомби, сбор пустых гильз, поиск мужа и доставка припасов в лес. Куда пойдем первым делом? Мы можем все квесты, по сути, выполнить, но у нас места вряд ли хватит. Давайте сначала на доставку припасов в лес пойдем, потом найдем мужа в курятнике, а там уже решим, что дальше. Думаю, последнюю ходочку сделаем и будем потихоньку заканчивать. Ага, загрузилась, погнали. Господи, какой я косой, вы просто видели, как я мазал, а? Нифига себе, с них патронов падает, вы видели, почти с каждого по 30 штук. Офигенно.
Забрать канистры с бензином. Я тебя понял. Только надо их найти еще в первую очередь, да? Посмотрим, что на складе есть. Так, здесь вроде ничего не вижу. Это не похоже на канистру. Погнали на второй этаж, посмотрим, может быть, тут что есть. О, это похоже на сейф. Возможно, я могу его открыть. Но мне отмычки, видимо, понадобятся. Это, я думаю, потом уже можно будет сделать. Нет, видимо, здесь канистр бензина в доме нету. Ну ладно, тогда зря заходил. Ну, а что-то еще забрал. Это деньги, это хорошо. Еще кусок кожи. Вот это вот на самом деле дофига лута дает. Нифига себе, какой жесткий. Вы видели, как я развернулся и попал в этого зомби? Да твою мать! Где у них канистры лежат? Я уже задолбался искать. Погнали на склад, посмотрим. Там, вон, я вижу, бочки какие-то лежат. Может быть, тут есть и канистры. Они просто еще и никак не показываются на карте. То есть, вы видите, да, эту тему? Мне их самому приходится искать. А где именно они лежат, тоже непонятно. Я еще там квест не помню, не прослушал, где он сказал, они лежат. Я вроде почти все обыскал, я только разве что вот в эту сторону не ходил. Но тут вроде и вообще ничего нету. По-моему, меня хотят обмануть, тут нету канистр с бензином на всей карте. Вот что это за коробки, для чего они нужны? Просто так стоят и все. Нам нужно сначала какие-то деревянные палочки собрать. Давайте еще раз дом внимательно изучим. Это же не деревянные палочки, это дрова. Угу. Здесь у нас ничего. Так, сейф у нас не открывается. Блин, здесь ничего нету, в доме точно ничего нету. А где тогда все это лежит, блин? А можно как-то это посмотреть, где это находится? Да я вроде нажимаю, оно не подсвечивается нигде. А, вот они как выглядят. Ну ясно, понятно, короче. Так, одна есть, нужно еще три найти. То есть, серьезно, я должен сейчас бегать по локации в лесу, искать вот эти вот крутящиеся штуки. Я одну-то еле-еле нашел, второй раз пробежав всю локацию. Где же я найду все остальные? Ну ладно, давайте попытаемся побегать. Что я могу сказать? Фрэнк, ты что со мной делаешь? Так, еще одну нашел. Я не думал, что Фрэнк с нами едет. Я думал, я один еду. Я думаю, где-то здесь еще одна должна быть. Вот она, нашел. Так, берем еще одну штуку. Деревянные палочки. Нет, чтобы хворост перевести нормально. Окей. Ну, я думаю, последняя хапка должна быть где-то вот в этом районе. Пока не вижу. Блин, где же они находятся? Чуть я слепой какой-то, знаете. Вроде бы все оббежал. Будет бы смешно, если на видео я пробежал мимо. О, здорово. Она мертва.
Ох уж эти поиски. Слушайте, я вроде все оббежал, не могу найти палочки еще одни. А вот они, господи, они прямо рядом с домом лежали. Ну, наконец-то. Теперь надо также искать эти дурацкие курицы, орды зомби убивать. И, собственно, так, где орда зомби, я не понял. Теперь у меня как-то по два патрона стреляет винтовка, странно. Так, куриц надо забрать. Ну, слава богу, стали подсвечиваться. Ну, наконец-то, боже мой. Серьезно? Нет, игра, не делай так со мной. Отлично. Это не курицы, кстати, это цыплята. Иди сюда, отлично. Готово. А я могу взять последнего цыпленка? Я не хочу его оставлять. Или он исчез? Он исчез, как я понимаю. Твою мать, господи, долбаный. Твою мать, да откуда вы здесь взялись? К черту, просто к черту. Вот это было красиво, да? Я чуть не обосрался. Эта игра, серьезно, она страшная. Какого черта? Берем бензин. Текс. Ну, бензина до хрена тут как бы. Еду еще надо взять. Очень долгая миссия, кстати, прям, ну реально долгая. А, я еще одну канистру не взял. Да, секундочку. Или взял, но просто... А, она не обновилась, только сейчас обновилась почему-то. Ой, а вы здесь, что ли, есть? Ну окей. Блин, что-то сзади подперло меня. Ёлка, что ли? Да, в принципе, изи. Так, надо осталось еду забрать. Итак, возьмем другое оружие. Потому что они явно будут внутри, опять же. Ну, или идти внутрь будут. Так, еду надо забрать. Давайте возьмем это как яблоки. А, не, мне вот эти пакеты надо собирать. Раз, два, три, четыре. Сейчас полезут. У меня, кстати, есть реген. У меня есть реген, я видел, как только что восстановилось здоровье, хотя я, по сути, ничего не ел. То есть у меня есть какой-то автореген. Видимо, здоровье здесь восстанавливается постепенно с течением времени. Так, давайте мы... Так, позже, пожалуйста. Так, мы еще можем, по сути, сделать вот здесь дело. Затем зайти сюда, 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 и... Это займет кучу времени. Погнали за курицей. Надо найти курицу жениха нового. Кекс, здорово. Мы опять же в том же самом месте, не знаю, почему там в другом месте находилась вообще эта задача. Готово. Мадама, прошу прощения. Слышу, где-то еще ходят, но не вижу где. А, вот, братан, я в тебя попал даже, но не убил, видимо. Вот еще один идет. Блин, прям где-то вообще рядом со мной. Да, вот он. Слышу просто. Надо было прицел использовать, что-то я тупил.
Так, здравствуйте, вы тут, господин Курица, господин Петух, или как вас там зовут? Здесь нету ничего, окей. Вот так вот. А, вас тут дохренище вообще, ну ладно. Может быть, вы есть здесь, на верхнем этаже? Давайте попытаемся открыть эту штуку. Найдите ключ от клетки. Полезли, полезли, братаны. Ой-о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 й. Давай перезаряжай быстрее, тормоз! Блин, успели ударить засранцы. Ищем ключ от клетки. Сейчас опять попрут со всех сторон. Так, открываем. А, мы не нашли, надо еще искать. Окей, понял. Точнее, нашли, но не взяли. Погнали, откроем клетку теперь. Блин, интересные задания, они все разнообразные. Потом, правда, будут однотипные, скорее всего, но пока вот интересно. Берем. Давайте выбежим, чтобы у нас не было проблем с зомби. Если что, смогли от них отбежать. Но мы уже вроде всех убили, поэтому после... На самом деле очень интересно, я хотел бы еще поиграть, да, но уже серия тогда получится очень большой, Дом ужасов, случайная. Ну давайте вот еще встретимся, да, можно, конечно, избежать, но мне просто интересно. С квестами другими, может быть, в следующей серии закончим. Так, братаны, держите. Так, что тут у нас есть дальше? Я тут лутик пособираю с вас. Минус один. Че, все что ли? А, дом есть, точно. Совсем забыл, дом ужаса. Так, мне это не нравится. Дайте я... Растяжки видно? Какого хрена? Я же обезвредил. Ладно. Видимо, здесь требуется какой-то особый навык. А, вот что меня ударило. Я думал-то, что меня ударило, а? Давайте я первым делом обезопашу все здесь. Конечно, зомби, возможно, тоже могут попадать на эти ловушки, но я хочу первым делом... Видите, как они прячут все везде? Но здесь наверняка должен быть какой-то лут. И, кстати, давайте немножко похаваем, потому что у меня еще за здоровьем не очень. У меня еще и места нету так захавать. Ну, еще одну баночку, наверное. Готово. Переходим назад. Вот еще два арбалета, кстати. Но они, видимо, все в меня разрядились одновременно. Блин, тут везде эти ловушки. Если придется бежать в панике от зомби из дома, то я хочу... Что это было, блин? То я хочу, чтобы было все более-менее безопасно. Блин, там сундук есть клевый. Так у меня вот места не очень много, надеюсь, мне хватит на место. Тут даже не один сундук, их несколько. Так, что у нас здесь? Ясно, понятно. Да твою мать! Боже мой, за что? Неужели в этом сундуке награда? Ключик какой-то, странно. От чего ключик? Я здесь больше никаких других сундуков просто не вижу. Может... А, да, я на первом этаже же еще не все залутал, тут дверь была.
О, нормальная тема. Не хватает места. Блин, немножечко совсем не хватает места на кусок железа, но нас побили, поэтому давайте используем вот эту хавочку. Затем переместим бутылку сюда, железо переместим сюда, и вот у нас появляется дополнительный слот на железо, поэтому сможем его взять. И, собственно, да. А подождите, я этим ключом открыл, как я понимаю, эту дверь, да? А не сундук какой-то. Давайте проверим на всякий случай, есть ли у меня этот ключ или нет. Нет, у меня нету этого ключа, скорее всего, я именно им и открыл эту дверь. Ну тогда просто уходим, что я могу сказать. Здесь вроде больше вообще ничего нету. Ну у нас как раз полностью забитый инвентарь, поэтому просто возвращаемся на базу. Нам на другие квесты, даже если бы и хотелось, все равно бы места не хватило. Погнали на карту, в центр, погнали, поехали точнее. Отлично, я думаю, завершение. Сейчас дадим квесты и будем потихоньку заканчивать. Погнали. Так, здорово, чуваки, чё, давайте сдадим пару квестов. Во-первых, курица, хочу сдать квест. Здравствуйте, миссис Курица грустная. Я готова, сделал все для вас. Спасибо, вот твоя награда. 5 гранат, ни хрена ж себе. Ну ладно, окей, спасибо. Так, что еще у нас есть? Так, я у вас тоже выполнил квест, молодой человек. А что сработано? Я хочу, чтобы... Ты чё, издеваешься? Без проблем, что нужно принести? Есть сундук, у меня нет ключа, но вот возьми отмычку. Ух ты, спасибо, 10 штук. Найди в сундуке эту желтую штуковину и принеси мне. Понял, братан. 10 обычных отмычек, замечательно. Сокровище старого дома, ас. А что требуется асу, кстати? Просто мы взяли у него квест, у него нету еще чего-нибудь? Да, у него больше ничего нету. Фрэнк что нам скажет? Фрэнк, что у тебя? Тоже миссия не выполнена. Так, и еще есть Лейла. У нее тоже миссия не выполнена, я знаю. Поэтому давайте просто продадим всякий мусор торговцу, который у нас есть. Так, продать все куски мусора. Отлично, теперь у нас есть хоть какой-то, собственно, ну вы поняли, да? А как в сундук выложить вещи? Просто я хочу выложить вещи в сундук, допустим. Это, наверное, делается через инвентарь, да, если я не ошибаюсь? А подожди, столько, подожди, сколько стоит у тебя дробовик? 4180, мне до сих пор не хватает, на винтовку тем более, на супервинтовку тоже. Так, ну ладно, тогда мне, в принципе, у тебя ничего особо не нужно. У нас есть в инвентаре что-то? А, новый уровень, давайте распределим очки умений. Так, сюда. Я хочу, как же, опять же, разговор прокачать на максимум. А сколько тут максимальный навык разговора, я не знаю. Так, информация, не то, не то, это все неинтересно. Здесь что-то горит, специальный рюкзак, но здесь вот что-то есть. О, бесплатное забрать можно, но это, как я понимаю, нет, не за рекламу, это обычное золото на халяву. Нифига себе, каждый час можно собирать золотые монеты, это очень круто. Так, ну что ж, на этом, я думаю, будем заканчивать. Игрушка очень крутая, мне даже, наверное, еще нравится. Я еще в нее, наверное, поиграю. Не знаю, на запись, не на запись. Наверное, запишу все-таки, если еще вернусь в нее. А на этом с вами был Ник, большое вам спасибо за просмотр. Игра очень крутая, мне очень понравилась. Пока то, что я вижу, но это просто бомба. А на этом всем пока, всем спасибо еще раз. И увидимся.